Всем привет! Сегодня мы приготовим легкий и пикантный салат. Поехали! Для приготовления нам понадобится салат, фасоль, помидорки и филе куриное. Начнем с филе. Для начала его замаринуем. Немножко майонезика и приправы универсальной. Хорошо промазываем. Затем берем пергаментную бумагу и перекладываем филешку. Отправляем в духовку минут на 20 при 180 градусах. Пока филе в духовке, нарезаем помидоры и делаем соус для салата. Добавили помидоры, добавляем фасоль. И приступаем к заправке. Понадобится горчица, соевый соус, сок лимона, масло растительное, приправа для салата. Все тщательно перемешиваем, и заправка готова. Нарезаем курицу. Курицу нарезали и добавляем ее в салат. Затем заправляем заправкой. Все, салат готов. Приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. А я пошел есть.